Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле, несмотря на разногласия, заявил в интервью корреспонденту российской газеты «Известия» председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стран, заявил спикер парламента ДНР. По его словам, в республике работают над диверсификацией рынков сбыта, однако заинтересованы и в поставках твердого топлива на Украину. Денис Пушилин напомнил, что даже в условиях экономической и транспортной блокады ДНР Украина продолжает покупать донецкий уголь, причем делает это через посредников по завышенной цене. В ситуации, когда закупать у Москвы не хочется, а из Донбасса официально нельзя, Киев пытается найти новых поставщиков топлива, будь то ЮАР, Австралия или, как теперь, США. Эта позиция вызывает, мягко говоря, недоумение уже и у многих простых украинцев, которым в конечном счете и приходится платить за политические амбиции правящей верхушки государства.